Ну что, мы начинаем. Всем добрый вечер. Меня зовут Мика Хигай, полное имя Меру Ерт, переводится «жемчужина» с казахского языка. Но так как мы жили 4 года в Южной Корее, южнокорейцам очень тяжело произносить длинные имена. То есть у них какие имена? Имя, фамилия — это 3 слога. Фамилия — Ким, например, да, и имя. Юн-А, например, как наша дочь Юна. Но вот Меру Ерт — это прям тяжко им произносить, тем более такие очень много согласных там, поэтому я посмотрела, как они мучаются, и сказала: давайте так, меня зовут Мика. И раньше меня только так друзья называли, и родные. Сейчас коллеги тоже, да, партнеры все. Ну, как-то, да. Тем более, вот когда пишешь где-то, представляешься, да, Владимир и Мика, ну, короче, чем Владимир и Меру Ерт. Спасибо, Наталья, да, будем выздоравливать. То есть, Владимир, я передам ваши пожелания. Вот. Мы с Владимиром первые стар-мастера в Казахстане и вторые стар-мастера в СНГ. Во всем СНГ мы вторые стар-мастера. Поэтому это большое достижение, и мы бы хотели передать свои знания вам. Вчера был урок от Владимира. Когда вы слышите Владимира, привыкайте, что очень много полезной информации, и нужно прям вот взять блокнот, открыть уши и все записывать, все прям, да, потому что это все вам понадобится. Я бы сегодня хотела вам рассказать о компании и о продукции, а также мы затронем тему списка. Так, ну давайте я открою презентацию. Да, наш марафон двухнедельный. Сегодня третий урок. Он называется «Первые шаги». И без выходных мы с вами занимаемся, да, каждый вечер. У нас у всех время разное, но вы знаете, во сколько мы начинаем. И мы стараемся вам передать все знания. Здесь у нас на марафоне обучаются не только новички, а те, кто начал, те, кто даже добился уже, да, мастерства, возможно, но еще есть, остались какие-то вопросы, сомнения, возможно, да, еще какие-то, есть недостаток знаний, поэтому мы решили сделать такое общее обучение для всех. Обучение — это ключ к вашему успеху. То есть вначале, когда мы сами познакомились с Атоми, сначала, конечно, мы попробовали продукцию, убедившись с ней, мы начали изучать. И обучению мы отдали очень много времени в самом начале. Это было для нас очень хорошим фундаментом. Но нас никто не обучал вот так, как сейчас, да? Сейчас есть возможные марафоны, обучение, тренинги. Но тогда мы обучались сами, в основном на английском языке, потому что российский сайт даже не был открыт. Тогда, ну, нам очень, да, пригодились все материалы, которые были выложены в сеть. Благо, их тоже было много тогда на английском языке, а сейчас много вообще информации и на русском языке, и на английском, даже на казахском, кыргызском языках. В общем, это все сейчас появляется. Вот на турецком языке тоже сейчас появляется информация в сети. А если нет какой-то информации, то нужно ее сделать, да? Все в наших руках. Сегодня я вам расскажу о компании, также мы затронем тему продукции и составление списка. И у меня к вам вопрос. Какой из этих логотипов правильный? Напишите слева или справа. Напишите, пожалуйста, в чат. Оба, два, слева, справа. Справа, Юлия спрашивает. Слева, справа, оба. Слева, справа. Мнения разделились, да? Даже 3 у нас мнения. Слева, справа или оба. Слева, справа. Да, вы на продукции видите, да, что иногда с диском Атоми написано, а иногда вот так уже
Они одинаковые, пишет Наталья. Ага. Да. Написали правильно. За вашей спиной логотип. Согласна, точно. Верно. Логотип, то, что за мной, это сейчас вот актуальный логотип. То, что с диском, это старый логотип. То есть компания, да, начала свое существование с 2009 года, и вот такой сразу придумали логотип. Атоми, и вот атом, да, летает по орбите. Справа это новый логотип 2019 года, да, в прошлом году поменяли логотип. Почему? Потому что нечитабельный логотип слева, да, то есть читается, кто не знает, читает как атом. Вот, а название нашей компании Атоми. Ударение как хотите, можно атоми, можно атоми. В Корее, например, говорят даже атоми. Что значит иероглиф? Это китайский иероглиф, потому что в Корее, в Японии, в Китае раньше была китайская письменность. Это у них как бы в культуре. Многие изучают, да, в школьной программе есть китайская письменность, китайские иероглифы. Поэтому это, ну как, если вы видите и китайский иероглиф, это не значит, что компания китайская, да, это может быть и Корея, и Япония. А что значит этот иероглиф? Кто знает? Пишите, пожалуйста, в чате. Как он произносится, во-первых? Динара, верно, да. Произносится Мэй, и значит красота, да? В Китае они говорят Атомэй, произносят название нашей компании Атомэй, потому что это так как, то, как называется этот иероглиф, он обозначает красота, и наш бизнес основан, да, на красоте душевной и внешней. То есть здесь это компания, которая ничего у вас не требует, но которая дает очень много и развития, роста, финансовую независимость, свободу, стабильность и много-много всего. То есть и вот личностный рост здесь очень большое значение имеет, потому что мы имеем дело с огромным количеством людей. И когда вы с ними контактируете, общаетесь, вы начинаете становиться лучше. Да, по собственному опыту мы стали более открытыми, более терпимыми, более мудрыми. Все, да, это вот красота внешняя и внутренняя. А внешняя — это наша замечательная косметика корейская, очень-очень качественная, и наши витамины, БАДы, а также товары, эко-товары для дома, текстиль, да, у нас очень много продукции. Так что, да, вот такая вот история у нас за логотипом. Так, что стоит за логотипом, да, в чем успех нашей компании, это продукция. Продукция у нас очень качественная. У нас есть мото, да, девиз, даже не девиз, а принцип: абсолютная цена, абсолютное качество. То есть за такую цену вы не найдете качество лучше. То есть мы стараемся сделать продукцию как можно более доступной, но по качеству очень хорошей, очень высокой. Поэтому наш бизнес обречен на успех, да, успех неизбежен с нашей компанией, потому что действительно все продумано до мелочей, и любовь к продукции, она наступает с первого применения. Даже когда получаешь уже посылку, уже радуешься. Да, сама упаковка, да, если вы заметили, у нас дизайн белый в основном. И, да, очень много белого цвета. Белый означает у нас что? Чистоту, справедливость и голубой. Ну, для меня, как для казахстанки, голубой ассоциируется со свободой. Да, у нас флаг Казахстана, он голубой.
И это как независимость и свобода, потому что Атоми дает нам свободу. Здесь, да, у нас что? На картинке Хемахим, бестселлер, то, с чего началась компания, пасты с прополисом, наши знаменитые мультивитамины, пробиотики слева, и в серединке у нас шестиступенчатый набор. Кстати, это второй товар, с чего началась компания Хемахим. Дальше номер два — это вот этот шестиступенчатый набор, который, кстати, еще доступен на некоторых сайтах. Но вот в российском сайте, например, его уже нет. Его заменила линия The Fame 2019 года. Далее. Где брать информацию о компании и продукцию? Это очень часто задают мне такой вопрос, когда начинают, да, странички в Инстаграме или в других социальных сетях, либо начинают канал на YouTube, и откуда-то нужно брать информацию. Вот самую достоверную информацию берите, конечно, с сайта atomi.ru, если на русском, atomi.com на английском, а также у нас есть сайт globalatomi.com, кто знает, здесь уже можно делать регистрации Европы, Латинской Америки и так далее. Но также здесь вы можете найти очень много информации. Давайте я открою браузер, покажу вам, как этот сайт выглядит. Так, где у нас браузер? Очень красиво выглядит сайт. Это новый сайт. В конце года или в начале этого года, точно не помню когда, но вот его сделали, и это прям очень помогает нам в работе. Такой замечательный сайт. Он очень информационный. Главное, выберите себе нужный язык. Да? Здесь можно выбрать корейский, английский, японский, китайский в двух вариантах, испанский, тайский, кхмер. Не знаю, что за язык. Русский, индонезийский, вьетнамский. Выбирайте русский язык и давайте по порядку о компании. То есть здесь мы сегодня не будем, конечно, по всем вкладкам проходиться, но по основным. Что можно узнать, да, о компании? Здесь написано: от удовлетворения потребностей клиента к обеспечению его успеха. То есть компания заботится не только о клиентах, но и о партнерах. То есть ведем к успеху, да, еще я видела такие слова на каком-то сайте. То есть, чтобы и по продукции все нравилось человеку, и чтобы у него получался здесь бизнес. То есть компания нацелена на то, чтобы давать вам ключи к успеху. Название компании Atomi Coal, основание 1 июня 2009 года, то есть это день рождения компании. Основатель компании Пак Хан Гиль, выручка уже перевалило миллиард долларов. Количество участников 6 миллионов, количество сотрудников 300. То есть есть мы, партнеры, а есть сотрудники, да, вот, которые работают в офисах компании. То есть они работают на зарплате, и они не имеют права строить структуру. То есть это совсем другое подразделение компании. Далее регионы. США, Канада, Япония, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Мексика, Австралия, Индонезия, Россия, Китай, Колумбия, также Казахстан и Кыргызстан имеют возможность зарабатывать с компанией. Но пока работают через Россию. Продукция. The Fame, продукты диетического питания, косметические товары, бытовые товары, продукты питания, одежда даже есть у нас. Головной офис находится в Корее. Компания, да, вот это тоже вы можете использовать. Вот этот текст для продвижения. Это сетевая маркетинговая компания, которая осуществляет прямые продажи в 14 регионах мира, включая Южную Корею. Наша компания стремительно растет благодаря стратегии, ориентированной на потребителя, которая основана на принципах абсолютного качества продукции по абсолютной цене, заложенных председателем Пак Хан Гилем. Да, этот человек — легенда, потому что он был совершенно бедным человеком, но с очень богатым мышлением. И он поднял эту компанию с нуля.
Мы укрепляем основы устойчивого роста, сосредотачивая усилия на дальновидной цели обеспечения успеха наших клиентов и воспитания корпоративной культуры. Три ключевых положения – приверженность принципам, совместный рост и соучастие. В 2019 году выручка составила больше 1 миллиарда долларов. То есть компания, товарооборот компании стремительно растет, что говорит о высоком качестве продукции. Так, ну давайте прочтем все, да? Atomy использует стратегию сетевого маркетинга, ориентированную на потребителя. Мы выбираем выгодные товары более высокого качества по более разумным ценам и продаем их через каналы сбыта, которые могут составить конкуренцию универмагам, дисконтным магазинам, сетям домашних магазинов и интернет-магазинам. То есть наш председатель говорит, что другие сетевые компании нам не конкурент, потому что мы не совсем, да, обычная традиционная сетевая компания. Мы что-то большее. Мы конкурируем с универмагами, дисконтными магазинами, интернет-магазинами. Вот наши конкуренты. То есть наша цель, чтобы люди, которых вы зовете, они заменили то, чем они пользуются, на Atomy. Тогда у вас растет товарооборот, и вы становитесь успешнее. Другими словами, для наших клиентов мы находим более конкурентоспособные по качеству и цене продукты, чем аналогичные продукты, распространяемые по другим каналам. С помощью этой стратегии мы намерены достичь нашей конечной цели – перейти от удовлетворения потребностей клиента к обеспечению его успеха. Да, сначала мы становимся довольными потребителями, а затем у нас возникает бизнес-идея, да, как это использовать, как для того, чтобы зарабатывать еще здесь, в Atomy. Вот в этом вам помогают ваши наставники, которые все объясняют. Ну, также вот такой сайт очень информативный. Следующее, давайте нажмем, корпоративная философия. Здесь вот очень много также информации, например, управленческие цели. Нажимаете на стрелочку, и выходит три столпа. Успех клиентов, распределительный центр, лидирующая компания. Все читать, конечно, не будем, но вы знаете, что здесь очень много полезной информации. Дальше. Принципы. Выживание, непрерывность деятельности. А вот насчет выживания, это я, когда жила в Южной Корее, поняла, да, что такое выживание, когда тебе не хватает, да, ты не знаешь, как, где брать деньги на следующий месяц. И вот это вот чувство конкуренции я вот там вот усвоила. И мне оно помогло. Когда я нашла эту компанию, Atomy, да, начинала я сама, и я поняла, что здесь нужно двигаться очень быстро, и нужно очень серьезно отнестись к этому бизнесу. Вот. Здесь такие слова, как честное управление, прозрачное управление, да? Скорость, вот что важно для любой компании, это скорость. То есть компания заботится об этих принципах выживания, скорость и баланс. Поэтому она стремительно растет вверх. Дальше. Философия управления. Маленькая компания с большим потенциалом и эффективным управлением. Девиз компании 4, да? Заботиться о душе, создавать видение, следовать вере и служить смирении. Очень правильный девиз у компании, я считаю, потому что здесь мы, например, заботиться о душе, да, не используем своих партнеров, мы им помогаем друг другу добиваться вершин, видеть будущее, да, мы все хотим с вами стать империал-мастерами, это самый высокий ранг в Atomy, следовать вере, никогда не сдаваться и служить смирении, даже став империал-мастером, все равно помогать своим партнерам, быть всегда на связи, неважно, да, на какой вы высоте, всегда нужно оставаться человеком. И три ценности культуры, соблюдение принципов. То есть очень такие прозрачные и высокие принципы у нашей компании. Далее, об основателе. Вы обязательно должны знать, кто тот человек, который создал Atomy. Его шляпа, да? Любимая вещь. Вы часто, да, во всех выступлениях он в шляпе. Пак Хангиль его зовут. Мон Санг, с корейского, мечтатель. Да, наверное.
О Томе компания, которая заботится о душе. К людям нужно относиться как к величайшей ценности. Компания Томе придерживается своей деятельности политики абсолютного качества по абсолютной цене. То есть вот такие высокие принципы у нашей компании. Когда я ездила в Корею, я действительно это почувствовала. Сколько здесь заботятся о каждом человеке, о каждом партнере, о каждом клиенте. Да, гениальный человек, визионер, да, другими словами, человек, который видел будущее еще в далеком 2009 году, создал сетевую компанию, интернет-магазин, который сейчас бьет все рекорды и скоро станет на первую строчку в рейтинге DSN, как лучшая сетевая компания. Мы все в этом уверены. То есть человек, да, он не какой-то супер, да, сверхъестественный человек, просто он очень горит этим делом. Он прям, когда рассказывает, когда вы слушаете его лекции, вы видите, сколько в нем огня, сколько в нем мудрости, доброты, остроты, да, слушайте его лекции, вы будете просто в восторге. И те самые даже такие скептики, которые есть, да, бывают, они когда слушают его, они начинают понимать о Томе. Вот, прочитайте здесь тоже про него. Это невероятный человек, и мне тоже довелось с ним познакомиться. О Томе Парк. Что это такое? Кто не знает, о Томе Парк — это самый главный офис компании. Ощутите атмосферу Томе Парка, построенную в соответствии с нашей корпоративной философией. Это, если не ошибаюсь, 4-этажное здание. Очень огромное оно. Здесь есть даже зал для Академии Успеха. Начать виртуальный тур вы можете также здесь. Да, здесь очень много информации по нему. Мы вот здесь вот гуляли, здесь вот есть буковки о Томе. Да, вот, ну, как бы вся информация о Томе Парке здесь. Далее, история. Давайте вот сегодня немножко в историю окунемся. В 2009 году компания началась в Южной Корее, затем 2010 год открыт филиал США, Сиэтл, подписан договор на поставку товара с компанией Sun Biotech, Colmar, учреждение компании, вступление в корейские финансовые корпоративное объединение, учрежден Институт экономических исследований, в общем, начало, да, компании, 2011 год. Награда «Экспорт Тауэр» за достижение объема экспорта в 5 миллионов долларов США. Открыт филиал в Канаде и в Японии. 2012 год. Уже 20 миллионов долларов, да? Там было 5, уже 20. То есть идет рост в 4 раза больше. Эссенция Томе получила награду IR-52. То есть очень важная в Корее награда. Эссенция Томе. Сформирован комитет по этике. 2013 год, учтены большинство участников отрасли. Так, получена награда снова «Экспорт Тауэр», и головной офис перенесен в Кондзю. 2014 год, годовой объем продаж «Атоми Хемахим» достиг 100 миллиардов вон. Создание волонтерской группы, да, это компания, которая заботится о, не только об атомианцах, а также она занимается благотворительностью. Открыт филиал в Тайване, супер. 2015 год, снова награда «Экспорт Тауэр», уже 20 миллионов долларов, вступление в Федерацию корейской промышленности, открыт филиал в Сингапуре. 2016 год, снова награда «Экспорт Тауэр», открыт филиал в Малайзии, церемония закладки первого камня парка Томе, открыт филиал на Филиппинах и в Камбодже. 2017 год, получена награда «Экспорт Тауэр», уже 50 миллионов долларов США, реализован первый проект по поиску партнеров-поставщиков компании «Томе», открыт Таиланд и Мексика, 2017 год. 2018 год, снова «Экспорт Тауэр Award» и 70 миллионов долларов США. Открыт филиал в России, Москва открылась, да, в декабре. Дальше что у нас? Индонезия, Австралия, состоялся забег о «Томе», получена награда за новаторство в сфере дистрибуции от Корейской ассоциации дистрибьюторского права. Получен титул выдающегося корпоративного налогоплательщика. Да, наша компания, заходя в любую страну, она всегда заботится о том, чтобы мы, партнеры, платили налоги.
ну, сама компания платит и партнеры, да, то, что улучшает экономику каждой страны, в которую она входит. Дальше, 2019 год, начнем снизу, с февраля. Президент Пак торжественно вступил в должность 11-го президента Корейской ассоциации в сфере прямых продаж, то есть очень влиятельный человек в Корее. А апрель, главный офис перенесен в Атоми Парк, состоялся второй ежегодный забег, пожертвовано 10 миллиардов вон Объединенному благотворительному фонду Кореи. 10 миллиардов вон. Проведение первого фестиваля Dream Hub, получение сертификации Consumer Centered Management, то есть это такой умный менеджмент компании, который ориентирован на потребителя. И получена награда экспорта уже в 100 миллионов долларов экспорта. Открытие в 2020 году в июле состоялось открытие Китая, и в октябре Гонконг, Колумбия также открылись. В ноябре открывается у нас Индия, да, в 11 ноября. Очень их ждем. То есть здесь вот также есть история. Кому интересно, вы можете нажать. Также у компании очень много наград. Здесь можно ознакомиться со всеми наградами. Их целых 6 страничек. Также награду получил наш председатель от президента Кореи. Здесь вот пошла история снова, да? Компания выходит на мировой уровень. Система одновременного успеха, начало новой эры дистрибьюции, то есть большая была проделана работа для того, чтобы сейчас компания была настолько успешной во всем мире. Так, глобальный регион, давайте посмотрим. От ATP. Северная Америка, Центральная и Южная Европа, да, то есть здесь у нас уже открыто везде предрегистрация. А то, на чем держится компания, это, конечно, наша продукция. Это вот в Атоми Парке есть, если не ошибаюсь, второй этаж, да, и вот здесь вот это такие стенды. Я, кстати, тоже фоткалась на этом фоне. Потом покажу вам фотографии. Очень красиво выставлена вся продукция компании. Как вы видите, белый цвет везде преобладает и голубой. У нас очень много продукции, совершенно разные, да, в Корее, например, даже очистители воздуха можно приобрести, косметика, витамины, БАДы, шампуни, личная гигиена, да, текстиль, экотовары. Что такое философия нашей компании? Абсолютное качество, абсолютная цена. Это непревзойденное качество по абсолютной цене. Абсолютное качество означает качество, которое не может предложить никто другой на рынке по определенной цене. Абсолютная цена – это самая низкая цена, которая только возможна без ущерба для качества. Именно эта ценность стоит во главе угла самого основания Атоми. Стратегия мастиш. Что такое? Слово мастиш состоит из двух частей – масс и тиш. Да? Массовость и престиж. Под этим девизом Атоми предлагает товары абсолютного качества по абсолютной цене, что является ключом к успеху компании, то есть престиж в массы. Атоми с девизом «Доверяй и покупай» возрождается как куратор потребителей. Далее, здесь представлены три бренда. Давайте начнем с первого. Я думаю, вы уже знаете об этом чудо-продукте. Я называю его суперсилой Хемахим. То есть с чего началась компания? Хемахим, он у нас идет на натуральной основе. Да? Здесь есть три основных компонента. Вот они даже нарисованы. И это самые лучшие, эффективные травы в китайской медицине. Когда они еще и воедино, все вместе работают, они дают колоссальный результат. То есть ваши уставшие клетки иммунной системы ликуют, и ваш весь организм напитывается кислородом, да, во-первых, поднимается гемоглобин, нормализуется давление, сахар. Иммунитет, в общем, самое главное, да, что он, иммуноциты у нас пробуждаются, и вот какое-то есть воспаление либо инфекция, да, в организме, с этим наш иммунитет начинает бороться. На себе мы испробовали замечательный препарат, и действительно честный наш отзыв в том, что он дает много сил, энергии, концентрации,
И да, поднимает действительно иммунитет. Даже когда вы заболели, вы можете принимать хемохим, но в увеличенной дозе. Можно увеличить дозу до 3 раз, и через пару дней вы уже как огурчик. Занимает 1 место по объему продаж индивидуального продукта в сфере сетевого маркетинга в Корее. То есть это лучший бат в Корее среди всех сетевых компаний. Что говорит очень много, потому что, чтобы стать номер 1 в Корее, в любой сфере это прям нужно быть самым-самым лучшим продуктом. Да? Вот наши компоненты, которые добываются в экологически чистых районах, да, то есть атоми в Корее, они, у них поля есть, они сами выращивают эти компоненты. 3 ключевых воздействия активируют NK-клетки, активируют клетки иммунной системы и стимулируют выработку цитокинов. Да, вот здесь вы можете прочитать, что это все такое. Объем больше, цена ниже. Да, действительно, вот вы, если вы увидите, посмотрите налево, это то, как выглядел хемохим раньше. То есть его было всего 30 пакетов по 20 миллилитров. То есть, но стоил так же. Первые коробки хемохим были выпущены в количестве 30 пакетов, а постепенно объем увеличился до 48, затем 54, и, наконец, 60. Цена при этом не менялась. В ноябре 2018 года стоимость хемохим была снижена, что позволило соблюсти интересы наших потребителей и партнеров Атоми. Да, кто-то сейчас говорит, что хемохим дорого. Тогда мы говорим, что вам нужно обязательно работать в Атоми, зарабатывать и... зарабатывать хорошо, и чтобы вы не говорили, да, чтобы для вас это было дешево, потому что, ну, это действительно дешево для такого качества. На самом деле, раньше он стоил дороже, поэтому вообще в компании, да, заботятся о том, чтобы всегда было, например, крема больше, а цена осталась той же. Даже вот снизилась цена. Это просто невероятно. Ни в какой компании, я думаю, такого нет. Чтобы снижалась цена, а объем увеличивался. Указанная выше информация представлена, что покупатель. Так, хемохим, да, здесь у нас. Хемохим можно купить только в Атоми. То есть где-то, да, в других каких-то интернет-магазинах даже можно найти, что продается что-то из компании Атоми, но это не официальное, и это непонятно, как хранилось. Да, даже если цена там меньше, то есть это... Компания с этим борется, но идея компании в том, что вот всю продукцию, которую вы видите здесь, которая с логотипом Атоми, она продается только через нас, да, через партнера, ну, как бы через сайт, но рекомендуется только нами. Дальше, система по уходу за кожей The Fame. В моей презентации вы видели 6-ступенчатый уход, да, этот набор уже 5-ступенчатый, он заменил 6-ступеньку. Изменили формулу, да, немножко улучшили ее, добавили очень много крутых ингредиентов. Давайте познакомимся с этим набором. Этот набор, да, хемохим, можно получить, закрыв первый ранг компании «Мастер продаж». Роскошная косметика, которая войдет в историю. Оригинальная система ухода skincare, да, 6-ступенька, была разработана Carrie совместно с Colmar Korea. Colmar Korea – самый известный завод в Корее. Он производит такие бренды, как Lancome, Chanel, Shiseido и так далее. Также производит Atomium. Когда в Корее узнают, да, что за завод производит, то все сомнения просто улетучиваются. Colmar Korea — это бренд. То есть нашу косметику и наши витамины производит именно этот завод. Очень известный и тот завод, который не имеет права произвести что-то некачественное, то есть репутацию, очень заботится о своей репутации этот завод. То есть поэтому здесь только высокое качество вы найдете. А покупая именно с Atomy, да, не Lancome, Chanel и так далее, вы также получаете абсолютно цену. Система ухода за кожей Atomy Skin Care System — новый продукт для ухода за кожей с новым составом на основе 4 главных технологий предыдущего поколения. Технологии, 4 технологии — это о чем здесь говорится? Технологии, когда компоненты, да, натуральные компоненты из трав, растений, они ферментируются, становятся супер маленькими, да, микрокапсулы, они
имеет возможность пройти через вашу кожу и войти в глубокие слои кожи. Это позволяет косметике быть более эффективной. То есть такие технологии обычно доступны только очень дорогостоящим продуктам, наборам. Но мы с вами также имеем имеем доступ к этой замечательной косметике. Также здесь добавлены новые ингредиенты: пантенол, пятислойная гиалуроновая кислота, керамид, новая технология, тройной комплекс масел, микрокапсулы, масло органы, масло ши и сквален. Низкий риск раздражения кожи. Получена отметка «Отлично» от германской лаборатории Dermatest, занимающейся клиническими испытаниями. Здесь ролик об этом наборе. Дальше новая технология. Да, здесь подробнее о маслах, о ингредиентах, вот Dermatest, и здесь у нас о технологии говорится. То есть технология высокой очистки, 4 технологии, помните, я вам говорила? Технология Fresh Bio, технология ферментации и мультикапсульная технология. То есть это все для того, чтобы ингредиенты как можно глубже, да, были доставлены в нашу кожу, при этом сохранив все свои полезные свойства. А это история, как изменялась упаковка. Да? Сначала это был набор из 5 продуктов, затем 6-ступенькой стал, затем он так выглядел, вот так. Я думаю, что сейчас он эволюционировал в очень красивую упаковку, правда? Сейчас у нас... The Fame он называется, да, последняя версия, вот так вот. Став мастером продаж, вы получаете это бесплатно от компании. Но также вы можете приобрести, он стоит 7000 рублей, весь набор. То есть очень-очень доступный набор, который заботится о том, чтобы ваша кожа выглядела безупречно, да, то есть, используя этот набор, вы увидите результаты, уже после первого месяца применения. Его хватит примерно на полгода. Здесь у нас есть... Начинается, да, все с тонера, затем используем крем для глаз, эссенцию, лосьон и питательный крем. Да, закрепляет эффект. Такой замечательный набор у нас есть. Давайте посмотрим. Следующий набор косметики. Абсолют Cell Active. Невероятный люксовый набор. Да? Fame, мы говорим, что это премиум набор, здесь уже люкс. Он в 2 раза дороже, но у него совершенно уже другая формула. Да? Cell Active. Звезда этого набора – это голубая ампула. Уход за кожей Абсолют Selective Skin Care. Да, здесь у нас добавлены к 4 технологиям гидролат зеленого чая, экстракт туберозы, да, почему он так прекрасно пахнет. А также, что у нас тут добавлено, технология Selective и Selective Coat. Здесь видео об этом. Что такое Selective Coat? Ну, это, в общем, все, что нужно для того, чтобы ваша кожа всегда выглядела молодо. Также в нашей косметике всегда заботятся об осветлении кожи, потому что в Корее светлая кожа говорит, да, о красоте. Cell Active, что такое? Технология умного инкапсулирования, которая позволяет быстро, точно доставлять вещества к проблемным участкам кожи. То есть, когда косметика интеллектуальная, она сама определяет, где в вашей коже нужен уход, и то точно туда проникает, делая вашу кожу просто невероятно, подтягивает ее, и вы становитесь, да, такой ходячей рекламой о Томе. Также 4 технологии здесь использованы. Отличный от привычного гидролата зеленого чая, богатого катехинами и токоферолом. Побалуйте себя роскошным ароматом туберозы. Действительно, этот набор невероятно пахнет. И вот когда мы проводим мастер-классы с девочками, это просто любовь. Так, воздействие на кожу. Да, здесь вот клинически он был испытан. И что действительно разглаживание морщин вокруг глаз происходит. Улучшение уровня увлажнения. То есть ваша кожа увлажняется.
изнутри. Разглаживание эластичности, контур лица, плотность кожи и тонус кожи тоже улучшается. Тут пишут, что я заметила, что моя кожа становится более увлажненной, да, 100% это люди замечают, когда пользуются. 91% говорит, я почувствовала, что моя кожа становится более упругой, эластичной после использования, цвет лица стал лучше. 95% после использования абсолют говорят, я почувствовала, что моя кожа становится более здоровой. По ощущениям, моя кожа изменилась на следующий день после использования. На следующий день, представляете, 95% говорят. Было такое чувство, словно мое лицо сияет. 86-90% говорят, я заметила, что текстура кожи улучшилась, мимические морщинки на моем лице разгладились. Вот такой у нас чудесный набор, также одобрен немецкой компанией Dermatest. И у нас 6 компонентов. Да? Мы начинаем с тонера, затем у нас идет ампула. Ампула — это такой супер эффект дает. Вот эта ампула, она сделает вашу кожу мгновенно молодой и красивой, увлажненной. Сыворотка, да, тоже она омолаживает кожу. А лосьон питает. Комплекс вокруг глаз заботится о коже вокруг глаз, и Nutrition питательный крем дает закрепляющий эффект. Вот такая у нас замечательная продукция, которую не стыдно предлагать даже самым-самым капризным потребителям и пользоваться самим. Да? Секрет от Амианца это в том, чтобы самим влюбиться, пользоваться этой продукцией на ежедневной основе, заменить все, что было на Атоми, и тогда все вокруг, да, будут спрашивать, чем вы пользуетесь, почему вы стали выглядеть лучше, ваше здоровье лучше стало, у вас стало больше сил. То есть это все люди замечают вокруг, спрашивают, почему. Да? Даже если вы не рассказываете, они будут замечать в вас разницу. И когда вы будете им рассказывать, да, они захотят узнать больше. Когда они попробуют эту продукцию, они захотят узнать, а как же здесь еще и зарабатывать. То есть успех нам всем обеспечен. Стратегия GSGS. Давайте на этом тоже заострим внимание. Что же это такое? Глобальные ресурсы и глобальные продажи. Стратегия глобального охвата Атоми через закупку товаров из разных уголков мира, соответствующих стандартам компании «Абсолютное качество, абсолютная цена». Избыта товаров через нашу глобальную сеть продаж. Атоми станет центром глобального распространения товаров благодаря стратегии GSGS, которая воплощает любовь Атоми к своим потребителям. Чем больше офисов компании откроется в других странах, тем активнее будет работать Атоми, так как мы оказываем всестороннюю поддержку новым рынкам и поставщикам. И в процессе внедрения стратегии GSGS охват Атоми будет расширяться за счет дистрибьюторов. Да? Мы с вами дистрибьюторы, занимающихся закупкой... они говорят о других дистрибьюторах. Занимающихся закупкой местного сырья и его экспортом в другие страны. Кроме этого, поставщики смогут продавать и экспортировать больше продукции, а потребители смогут приобретать товары лучшего качества по более низким ценам. Если продукция Мастиш будет продаваться по всему миру через Атоми, мы сможем смело конкурировать с любой другой дистрибьюторской компанией. Более того, стратегия GSGS займет ведущую позицию в новой экономической системе, где потребители занимают более выгодное положение, имеют доступ к новым продуктам Мастиш, где бы они ни находились. Стратегия GSGS является важной ступенью к превращению Атоми в универсальную торговую бизнес-платформу. Давайте посмотрим, где же также мы получаем нашу продукцию. Да? В основном это Южная Корея, а также Тайвань. Аромапластырь, да? Это пластырь, когда у вас есть какая-то боль, спина, там, если продуло где-то, то также вы можете наклеить такой вот пластырь, и вы почувствуете на следующий день на облегчение. Где можно его купить? В каких магазинах? Сингапур, Малайзия, Канада, Колумбия, а также в России они продаются. В Тайване у нас изготавливают водорослевые сэндвичи. Также в Тайване сушеные фрукты доступны. Я, кстати, очень хочу их попробовать, но, к сожалению, ни в России, ни в Корее их нет. Тайвань также водоросли в индивидуальной упаковке. Япония поддерживающие колготки. Также в Японии производят лютеин для глаз. В Камбодже это самый знаменитый черный перец в мире. Камбоджский черный перец. Его можно купить на корейском сайте. Мексика – это комплекс витамина В. Мексика – органическая овсяная каша. И Мексика также у нас производит наши пробиотики.
Вот такая замечательная у нас продукция. Я вернулась к вам. Давайте посмотрим, что у нас в чате. Напишите, пожалуйста, в чате, что вам больше всего нравится в продукции. Я пока почитаю ваши сообщения. Очень классный набор получила в подарок от Владимира Мики. Алла, спасибо. Любовь с первого взгляда. Очень хочу быстрее бы открылся Атоми в Турции. Да, реально супер. Абсолютный набор. Я забыла о сухости, пишет Рано, и всегда наслаждаюсь, когда трогаю свое лицо. Да, я тоже заметила, что у меня на лице вообще на тон светлее стала кожа. И такие вот маленькие, даже не знаю, бугорки по всему лицу были у меня. Я даже смотрю свои фото до-после и вижу, что они были. И сейчас кожа абсолютно гладкая. Так вкусно рассказывать, Мика, куплю жене. Спасибо, Эдуард. Хемахим, мне нравится Рауан. Абсолют селектив. Шампунь абсолют. Всю продукцию хочу-хочу. Самал пишет, шампунь очень обалденный. Можно ли мужчинам применять абсолют? Да. Знаете, у нас Владимир Ан, если он присутствует, он пользуется этим набором. Даже больше. И Владимир у нас пользуется абсолют тонер. И Мунгём, Ким Мунгём, наш спонсор, он пользуется тоже набором абсолют. Потому что это не только для женщин, а он также подходит мужчинам. И мужчины очень его ценят, те, кто заботится о своей коже. Алла пишет, Мика, да, очень вкусно и классно, приятно вас слушать. Спасибо. Хочу на какую-нибудь крутую встречу и со всеми познакомиться. Да, у нас проводятся мастер-классы, когда вы можете на себе попробовать, да, и привести с собой, кстати, своих подруг или клиентов, партнеров, кто хочет, прежде чем заказать в интернете, сначала испробовать на себе. Да, мы обычно делаем 4-ступенчатый набор очищения, а затем что-то из набора. На выбор предлагаем людям, а также мы ждаем что-то из косметики. Также, если вы посмотрите на меня, то я абсолютный потребитель, мы с Владимиром, и наши дочери тоже абсолютные потребители, мы всю семью свою, да, тоже подсадили на наши товары, им безумно нравится, они видят здесь результат и покупают. Вся косметика у меня Атоми, я заменила полностью свои косметички, и все в ванной у нас Атоми. Все, когда кто-то к нам приходит в гости, они прям в шоке, да, сколько у нас там всего баночек. Помада Атоми, румяна, BB-крем, база под макияж, ну, уход весь тоже, даже больше. Витамины, да, тоже все пьем. То есть мы такие партнеры, которые не только рекомендуют, но всем сами пользуются. В этом успех. Это очень важно, чтобы не только предлагать, да, а самим, когда нравится, это прям, ну, чувствуется. Ваша искренность, она передается через экраны, и вам верят. Люди к вам идут в команду или у вас покупают, да, не к другим людям идут. Украшения у меня, да, вот эта цепочка, это тоже Атоми, есть еще сережки. Натуральный жемчуг, очень красиво смотрится и стоит очень доступно. Термобелье, тоже Атоми. То есть мы всем пользуемся, все, что здесь есть, мы покупаем только здесь. Вот чего здесь нет, ну там, например, продукты питания, там, овощи, фрукты, то есть пока же нельзя купить через Атоми, мы покупаем других интернет-магазинов, в основном мы в интернете берем, потому что это очень удобно. Но я заметила, что я стала экономить с Атоми. То есть я, пользуясь экотоварами, да, витаминами, я стала меньше ходить к врачам, лучше себя чувствовать, не ходить к косметологам, не пользоваться услугами визажистов. Да, сама себе визажист, я уже поняла, что мне подходит из косметики, и муж знает всегда, что мне подарить. И да, я чувствую, что наш бюджет только выиграл. Бексултан задает вопрос. Скажите, пожалуйста, почему ассортимент продуктов на российском сайте корейском отличается? Потому что компания начала свою деятельность с 2009 года, и с того момента, да, корейский сайт начался с 2009 года, конечно же, там больше продукции, там вся продукция, все 400 наименований.
И в Корее есть закон, что никакая сетевая компания не может иметь более 400 наименований. Вот. Российский сайт у нас новый сайт, это новая страна, да, в 2018 году в декабре открылся сайт, и сертификация любой продукции в этой стране занимает очень много времени. То есть, конечно же, компания хочет, чтобы весь ассортимент сразу был во всех странах, но это невозможно, да, потому что у всех стран есть определенные правила. Но уже в ноябре на российском сайте мы увидим пополнение косметики и других товаров. Пополнение витаминов мы увидим весной следующего года. Мы ждем сертификацию. Как заказать с корейского сайта, вам поможет спонсор. Пишите спонсору список, свой ID, свой пароль, и вам обязательно помогут. Далее, давайте вернемся к моей презентации. С этим сайтом понятно, да? Вы запишите, кто не успел. global.atomy.com. Выбираем язык русский. Далее. А вот я на туре успеха. И Владимир, да, с дочерью. Как так получилось? То есть компания заботится о своих партнерах, и два раза в год, ну, до пандемии так было, два раза в год партнеры Atomy со всего мира имели возможность приехать в Сеул, в Корею, на неделю. Только нужно было оплатить свой билет туда-обратно, а все остальное компания оплачивала, представляла, да, то есть отель, очень хороший отель, проживание, питание, культурная программа, поездка по заводам, семинары, академия успеха, ну, то есть очень крутое путешествие предоставляет компания совершенно бесплатно. Вот помните, про стенды я говорила, вот эти стенды, Atomy Park, главный офис компании, здесь вот представлены все, вся продукция. Здесь прошла Академия Успеха, Владимир, дочь наша еще, малышка, а здесь вот отвалилась девятка, но вот наш председать, да, Пак Хангель, кстати, он, мы также его видели, он нас награждал, как Шаронских роз, было очень круто, если вы зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите это награждение. Что еще? Какие впечатления? Ну вот видите, да, слева в нижнем углу наш отель. И нам по приезду компания подарила пейджик с именем и названием страны, курточку. Вот. И там что-то было еще из продукции Хемахим, что ли. Вот. Ну что-то очень приятное, там масочки, вот такое. Потому что в этой поездке нужно очень много Хемахим, много сил. Обязательно пить Хемахим, потому что очень интенсивно эта программа идет. Семинары, да, с стендами, да, фотозонами. Далее поездки по Сеулу. У нас был один день, когда мы ознакомились с Сеулом. Далее... кстати, вот вы увидите, если приблизите это фото пальчиком, вы увидите, что там у меня на шее прикреплен переводчик. То есть все на корейском... Если что-то на корейском, одеваете наушник, и у вас уже на русском идет. Красивая такая статуэтка изо льда, смотрите, на одном из ужинов. Ужин такой представляли нам, роскошный. Здесь поездка на завод Колмар, да, здесь у нас казахстанский флаг, партнеры. То есть такое замечательное промоушен, да, путешествие дарит нам компания. Но пандемия, конечно же, в 2019 году испортила нам праздник. Но я думаю, что возобновятся эти поездки, как только ситуация с коронавирусом улучшится. Далее, поездка на завод кофе. Там, где производят кофе, да, этот завод очень известный в Корее, и также производят нашу продукцию. Мы одевали специальные масочки, там, шапочки, халатики, бахилы. Вид из нашего отеля был просто невероятный на Сеул. И вот обязательно Хемахим я пила, потому что интенсив такой был. Кормили очень вкусно, да, традиционно корейская еда. Также был шведский стол, да, просто нас постоянно возили на автобусах в разные места. И вот в Atomy Park там были представители из Канады, в этот раз с нами были. Так, ну что ж, замечательные воспоминания, да?
остались, конечно же, но давайте продолжим. Что нужно делать в Атоме? Это один из шагов к успеху составления списка. Первый пункт – бизнес-чисел. Что это значит? Что в Атоме, нам нужно создавать сеть потребителей, тех, кто будет без ума от этой продукции, да, и покупать ее всю жизнь. Но эта сеть должна быть большая. Ну, то есть... У нас, например, сейчас даже не знаю в команде, не знаю, сколько человек, но я так думаю, что в районе 50 тысяч человек, возможно, больше. Наверное, да, скорее всего, больше, но вот представляете, да, 50 тысяч человек в вашей структуре, слева и справа. И здесь важно, да, чтобы постоянно работать над списком. Следующее, второе, список из 100 человек. Ну, это для начала, то есть составьте список из 100 человек. Почему 100? Да, это на самом деле это очень маленькое количество, да, если вы подумаете, 50 тысяч человек уже зарегистрировано у нас в команде, а тут 100. Но это ваш теплые контакты, да, то есть люди, которые вы знаете, вы записываете и имена, телефоны, и зачем нам нужен этот список, чтобы потом его прорабатывать. Это люди, которым вы расскажете об этой замечательной компании. Рассказывать об этой компании совершенно не стыдно. Это мировая, глобальная компания, которая завоевывает мир. Просто о ней пока не знают большинство людей. Там и 1%, который знает. Наша цель — сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о компании от вас. Следующий, третий пункт — не решать за людей. Это очень важно, потому что иногда мы думаем, ну, у этого человека все хорошо в жизни, он бизнесмен, он как бы зарабатывает там, тысячи долларов, ему, наверное, будет неинтересно. Это неправильное мышление. Мы предлагаем всем. Все должны знать, что вы занимаетесь этой замечательной компанией. Никогда не знаешь, кто включится, да, кому это будет интересно. Бывает, что люди делают такую ошибку, они кому-то не рассказывают, думают, ну, ему точно это не нужно, я расскажу лучше другому. Через какое-то время оказывается, что тот человек, про которого они думали, что это ему не нужно, он уже зарегистрирован в другой структуре. Ему оказалось это очень интересно, поэтому не решаем за людей. Следующий, да? Кстати, еще здесь может быть такой момент, что человек говорит дорого. Вы думаете, да, что этот человек не потянет, но если вы посмотрите, да, сделаете анализ продукции, например, щеточка у нас стоит $1, любой человек может себе позволить щетку за $1. Кстати, наша щетка продается каждую секунду во всем мире. Эта щетка, ну, как и многие, как и все товары Атомина, абсолютного качества, что значит, что такой щетки, да, такого качества по этой же цене вы не найдете нигде. Даже продавая только щетки и пасты, вы сможете стать империал-мастером. Следующий, четвертый пункт — обновлять список. Да, 100 человек — это очень мало, на самом деле. Вы постоянно, да, находитесь в социуме, вы общаетесь, вы обретаете новые полезные контакты. Здесь нужен что? Здесь нужны визитки. Сделайте обязательно себе визитки, у нас они тоже есть, с логотипом, вот то, что сзади меня. А с другой стороны написано «Официальный дистрибьютор», вот, и мои контакты. Инстаграм, Ютуб, почта, WhatsApp, Телеграм и так далее. То есть это очень... Это намного легче, чем «Дай мне свой телефон, я запишу свой номер», да? А когда есть визитка, ну, это как-то уже более бизнес такой стиль. А в Корее, например, если вы ведете бизнес, у вас нет бизнес-карты, да, визитки, значит, вы не серьезный бизнесмен. Мы занимаемся Атоми очень серьезно, это глобальная крутая компания, поэтому, да, визитки хорошо бы иметь. Следующий, пятый пункт регистрации, основная работа Атомианца. Да, действительно, что даже находясь на уровне стармастера, мы продолжаем увеличивать свою структуру. К нам люди идут, либо мы кому-то рассказываем, и у нас постоянно растет структура. То есть это та
работа, которую никогда не нужно забывать. То есть основная деятельность наша, да, заботиться о товарообороте, чтобы он шел, закрывать бинарные шаги, это, конечно, но также, чтобы всегда люди через вас узнавали об этой компании, становились потребителями, клиентами, партнерами, дистрибьюторами. Домашнее задание. Сделать список из 100. Напишите список 100 человек, кому вы расскажете об этом, и сделайте скриншот, отправьте наставнику. Второй пункт – смотреть ролики в чате Telegram и по каждому ролику написать наставнику свои мысли и осознания. Я обязательно отправлю список роликов, которые вам нужно посмотреть в чат, как домашнее задание. Два домашних задания. Продублирую их в нашу группу «Первые шаги» в Телеграме. Вот. Ну что ж, мы закончили, прошел час. Давайте 5 минут на вопросы-ответы, я выключаю запись.